Главный конвейер Московского автозавода имени Ленинского комсомола. 650 сверхплановых автомобилей «Москвич» с начала года выпустили автозаводцы к открытию 18-го съезда комсомола. Сейчас основное направление работы коллектива – повышение качества продукции. В этом важном деле большая роль принадлежит комсомольско-молодежным бригадам, гарантирующим высокое качество труда на своих участках. Так здесь, в сборочном корпусе, одна из лучших – бригада Сергея Ильина. Все слесари-сборщики в ней заслужили право сдавать продукцию с первого предъявления. И таких комсомольских бригад на АЗЛК становится все больше. Их отличает требовательность к себе, высокая ответственность за порученное дело. В комитете комсомола мы встретились с молодыми автозаводцами – сварщицей Ниной Кондрашовой и резьбошлифовщиком Юрием Нарышкиным. Сейчас наш многотысячный коллектив работает с особым трудовым подъемом. Но это и понятно, идет 18-й съезд ВЛКСМ. Нас, автозаводцев, очень взволновала речь Леонида Ильича Брежнева на 18-м съезде комсомола. Там есть и слова, которые непосредственно относятся к нам, автозаводцам. Эти слова об эффективности и качестве выпускаемой продукции. Мне хочется их напомнить. Очень многое зависит от каждого предприятия, каждого цеха и каждой бригады, каждого трудящегося. Что это значит? Это значит работать не просто дисциплинированно и прилежно, а работать на совесть, умело, результативно, работать красиво, чтобы и другие тебя уважали за твой труд, и сам бы ты себя уважал. Но эти слова я понимаю по-своему. Каждый автозаводец должен выпускать продукцию только отличного качества, и чтобы этой продукцией мы могли бы гордиться. В инструментальном цехе на нашем участке изготовляется сложный мерительный инструмент для всего завода. Я могу сказать, что комсомольцы на нашем участке трудятся отлично. Я и многие мои товарищи выполнили план 2,5 лет пятилетки к открытию съезда комсомола. Но у нас еще есть резервы, есть над чем поработать, есть о чем подумать. До конца года автозаводцы решили выпустить сверхплана еще 750 автомобилей высокого качества.